Вот оно, это место. Яма, на которую надо вылетать на скорости, если не хочешь здесь забуксовать. Справа скала, слева фьорд, там до моря метров 30. И вот этот вот поворот. Сразу восстановили отбойник. Ну вон куски прицепа, все что осталось. Там пи***, высота, глубина, блять. И самое, что такая, если справа крутая скала, то значит в море туда идет крутой набор глубины. Такая вот хуйня вот у нас. Вот. И соответственно, блять, я вообще не знаю, как он выжил.